Так выглядят яйца клопов. Ну, обычно вот как раз они в швах. Задняя спинка дивана находится в этих местах. Можно найти. Потом все эти яйца, из них вылупятся личинки, такие маленькие. Хотя многие говорят, что это альбинос, на самом деле это неправда. Личинки бесцветные, это те же клопы, потом они линяют несколько раз, приобретая все более красный цвет. Вот, видно, что клопы полиняли, сбросили старую, можно так сказать, одежку, да, и приобретая другую. В конечном итоге, да, вот, становятся такими. Взрослое насекомое, взрослый клоп. Обычно вот часто именно такие клопы в большом количестве пьют кровь.